Национальный банк Казахстана принял решение отказаться с 11 февраля 2014 года от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге, сообщило ведомство. Предполагается, что новый уровень обменного курса будет находиться около 185 тенге за доллар США. Официальный курс Нацбанка на 11 февраля был установлен на уровне 155,5 доллара США.